Умка! Куда ты? Я вернусь, мама! Найду товарища и вернусь! Внимание, внимание! В порту ожидается прибытие ледокола «Северный». Соблюдайте осторожность. На вертолетной площадке ведется разгрузка. Какая огромная, шумная берлога! Ого! Ой! Что же делать дальше? Ой! Вы не видели моего друга? Он мальчик. Спасибо! Много человеческих медвежат. Какая елка красивая. Ой, смотрите, подарки. Ты похож на меня, но пахнешь молоком. Как мой друг. Так это же я. Это ты. Я нашел тебя. Но почему у тебя теперь вторая голова точь-в-точь, как у меня? Умка, я сделал этот костюм, потому что скучал по тебе. А что такое скучал? Это когда так любишь, что готов что угодно сделать, лишь бы увидеться вновь. Точно! Я скучал по тебе. Но как же ты сюда попал? Я прилетел на жужжащей птице. Вот такой. А, на вертолете! Как здорово! Я искал одного друга, а нашел целую стаю друзей. Сынок! Папа! Ты успел вернуться к Новому году! Мама! 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 Мама, папа, я встретил своего друга. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Умка! Умка! Да где же ты? Просыпайся, железная птица! Ну, пожалуйста! Умка! Мне с тобой было очень весело, но я скучаю по маме. Я готов сделать что угодно, лишь бы ее обнять. Мы должны помочь ему. Надо помочь. Эх, только ведь погода нелетная. Когда не летают вертолеты, на помощь придет ледокол. Где же ты?
же ты, глупыш, не спишь? Спят мои соседи. До встречи, Умка! Я приеду к тебе! Мама, я был там, где весело и много-много всего интересного. Но дома лучше. Потому что хорошо там, где тебя любят сильнее всего. Я понял. Мама, мне хорошо там, где мы вместе. Мы плывем на льдине, как на бригантине. Ура! И всю ночь соседи с новым годом медведи светят дальним кораблям. И всю ночь соседи звездные медведи. Морозные щечки. А мы еще зовем его праздник Пегати. Как я люблю новогодние песни! А я новогодние игры. А ты, Омрин, угощения? Вкусно. А Умка с друзьями однажды узнали, какой на вкус новогодний дождик. Ой, с неба прилетела еда. Пахнет вкусно. Такого не бывает, чтобы с неба еда падала. Видишь, бывает. Ой, а это не я, Мия, Мия. Пахнет дымом. Водоросли вкуснее. Обожаю крошечки! Такой дождик мне нравится. Вкусный. Привет, друзья! Вы видели большую птицу? Большую птицу! Всегда видно! Вот же я! Тебя, Пыжик, я рад видеть. Но сегодня особый день. Прилетит звездный орел и принесет Новый год. А что такое Новый год, Тайке? Новый год – это когда все новое. Смотрите, в этом году ягоды уже кончились, а в новом новые вырастут. Это хорошо. Скорее бы началось это все новое. Да, Умка, только звездный орел все не летит. Хотя мы ему лепешки в небо бросали. Еще подождем. Пойду маме помогу. Ой, это же мы съели еду звездного орла. Я только крошечку клюнул. И я чуть-чуть погрызла. А я попробовала, и мне вообще не понравилось. И я одну целую. А лепешек много было. Куда же они делись? Чую след Махи. Она любит чужое брать. Отдавать не любит. Я придумал, как вернуть еду звездного орла. Зачем ты берешь свои запасы, Умка? Я хочу помочь другу, мама. Ты молодец, Умка. Дружба важнее любых запасов. Чем это так вкусно пахнет, деточки? Маха, отдай нам, пожалуйста, лепешки, которые свалились с неба. Вот еще, я их первая нашла. А за это забирай их, все наши запасы.
Вот это кувырок! Ай да пычик! Ой, что это? Я тебя похвалила, глупое перо? Добрею. Опа! Ой! Нужно развеселить Маху. Ладно, но только ради Тайка. Ой, смешные деточки. Так и быть, забирайте свои лепешки. Ну, чего встали-то? Сейчас передумаю. Тайка! Я! Мы забрали у Махи лепешки для звездного орла! Какие же вы смелые друзья! Орел так и не прилетел. Наверное, обиделся. Тайка, значит, Нового года не будет? Конечно, будет, Умка. А орла мы угощаем, чтобы год был счастливым. Такая у нас традиция. И еще одна, чтобы все близкие собирались вместе. Звезды над снежной долиной сияют нам. Снова открыты с тобою мы чудеса. Столько историй волшебных нас ждут в пути. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Олень, замри! Омрин, ты за краем земли выбываешь. Ура, я выиграла. Эй, так нельзя. Край земли вот тут. Эх, маленькие рукавички. Вы совсем как Умка. Он однажды всю тундру обежал, чтобы узнать, где же этот край земли. Тайка, как быстро несется с горы твой деревянный олень в санки. Ой, меня же дома ждут обедать. А после обеда ты пойдешь с нами гулять? Пойду, с друзьями хоть на край земли. Ну где же Тайка? Я его не вижу. Мы его ждем, ждем. А может, мы не там ждем? Ой, Тайка же говорил про край земли. Это то место, куда ходят с друзьями. Наверное, он сейчас там тоже нас ждет. А где этот край? Далеко? Думаю, вон там, где садится солнце. Ура!
края нет. И тайги тоже нет. А может, край вон там, где гора Медведица встречает небо? Далеко еще до твоего края. Уже почти дотолкал. Я побегу вперед, проверю. И я! Одно крыло здесь, другое там. Краем тут и не пахнет. Спасибо, друг. Хорошо, что мы вместе пошли на край земли. Только это опять не край, а только верхушка горы. Ух ты! Я вижу! Край вон там, внизу! Забыл! Вы же летать не умеете! Устала. Это очень похоже на край, но тайка здесь нет. Какой же край земли правильный? Мой край! Мой край! Он самый крайний, самый! Эй, малышня! Ой, Маха! Чего вы тут не поделили? Тут все мое! Быстро отдали мне этот край! Ну-ка, где он? Вон там! Ой, Маха, поосторожней. Сколько тут этих краев? Все зубы переломаешь, пока найдешь вкусный. Даже Маха край не нашла. Где же нам его искать? А? Умка, кажется, я знаю. Здесь кончается берег и начинается океан. Вот он, край земли. Вот, длинный край. Обежим его весь и найдем тайгу. Нет уж, лучше я поплыву. Умка! Нашли! И я вас искал! Вот мы и встретились на самом краю земли. Умка, какой ты смешной! У земли нет края, она круглая. Ой. А зачем? Зачем ты нам про край земли сказал, Тайка? Так говорят про настоящих друзей. С вами я готов пойти куда угодно. Вот так Умка узнал, что земля наша бескрайняя, но друзья на ней всегда найдутся. Дедушка Тайка, а как же нам дальше играть, если у земли края нет? А играйте как раньше, маленькие рукавички. В игре, как и в сказке, все может быть. Ура! За мной, мои олени! Оп, вот так лучше. Ой. Ребята, ю-ху! Ой, смотрите, ю-ху! Здорово придумал. Ловлю. Маленькие рукавички, что у вас тут? Я сделал салют! Дедушка Тайка, смотри, как красиво! Как сокровище из сказки! Не все сокровище, что блестит. Однажды Умка тоже увидел блеск в море и подумал, что нашел подводные сокровища.
как красиво оно блестит, это верхнее море. Да, Умка. Бабушка рассказывала, что это отражение сокровищ, которые спрятаны в Нижнем море. Ой, ух ты! А что такое сокровище? Ну, это такие блестящие вещи. Одни люди их давным-давно спрятали, а другие ищут. А ты тоже хочешь их найти, да? Да, было бы здорово. Жалко, я нырнуть не могу, слишком холодно. Ой, мне уже домой пора. Маме обещал помочь. До скорой встречи. Хорошо, что нам нырять не холодно. Точно, Кора, мы сами найдем сокровища для Тайки. Вот оно какое! Сокровище! Кажется, на дне еще что-то блестело. Еще сокровища! Мне нравится. Пахнет солью. И на вкус пересолено. Это сокровища для Тайки. Он говорил, люди о них мечтают. И мне сокровищ. Там еще много, всем хватит. Так чего же вы ждете? За ними! А я пока посторожу! А я за Тайки! Тут можно сидеть и блестеть! Где все? Я такое гнездо построил! Пэтик, привет! Что случилось? Мы с Эльмой так спешили! Во все лапы! Тайки, смотри, что мы из моря достали! Ой, весь день ныряли! Завтра весь день лежать буду! Ого! Какие молодцы! Да, мы столько сокровищ нашли! Да нет, вы море от мусора очистили! От какого еще мусора? Этого, его люди в море выбросили! А зачем? Не знаю, мусор никому не нравится, а в море его не видно, будто его и нет. Сейчас я все это соберу, чтобы и на берегу чисто было. Тайка, погоди-ка, это же мое гнездо! Такое блестящее и холодное, и, ой, скользкое, ой, колючее. Ладно, забирай. Жалко, что это не сокровище. Я так хотел тебя порадовать, Тайка. И порадовал, Умка. Мне нравится чистое море. Его никакие сокровища не заменят. Вот и все, маленькие рукавички. Что же, Умка так и не нашел сокровища? Отчего же не нашел? Ну-ка, посмотрите вокруг.
Снег, как серебряное покрывало. Звезды, как алмазы, сияют. Лед хрусталем переливается. Вот они, настоящие сокровища. Ого, красота! Очень здорово. Привет! Омран, можно примерить? Тата, не тяни! Вы ее сейчас порвете! Ну, пожалуйста! Ой! Ну вот, порвали! Ничего, маленькие рукавички, этой беде помочь можно. А вот услышать других – непростое дело. Поэтому Умка и его друзья не сразу поняли, о чем предупреждала их говорящая гора. Лучше бы я на солнышке полежала. Кора, а ты лежа катайся! Смотрите, у этой горы шапка, как у Тайки, и мы выше ее. Ой! Давайте кататься! Я первый! Я! Вот еще! Я всегда первая, Пычик! Кора, догоняй! Эй, тише! Вы слышите? Гора нам что-то говорит! Кора! Давай к нам скорей! Осторожно! Гора сейчас скинет шапку! Коре нужно помочь, а не нам. Ой, это как? Я здесь, а друзья там. За шапкой остались. Помогите! А то есть давайте же скорее спасать Кору. Ну, у вас получится! Ну же! Пычик, лучше слетай, посмотри, где Кора. Я как раз собирался. Пычик! Я нашел ее! Кора! Там! Если мы прокопаем длинную нору в снегу, она выведет нас к Коре! А у Тайки есть деревянная лапа, чтобы рыть снег быстрее! Я как раз хотел слетать за Тайкой! Одно крыло здесь, другое там! Или там! Кора! Кора! Я привел Тайке! Он роет к тебе путь деревянной лапой! Умка с Эльмой ему помогают! Хорошо, я тоже буду рыть. А куда? Вперед, Кора! Рой за мной! Вот не хотела же кататься. Пычик, в какой стороне Кора? Мы туда копаем. Так, тут снег и там снег. Значит, туда. Рой за мной. Вы прекрасно копаете. Попробую унюхать Кору. О, чую. Но только снег. Вы слышите? Это Пычик. Ой, придумал. Нужно, чтобы Кора нас тоже позвала. Отличная идея. Пычик, скажи Коре, что мы будем копать на ее голос. А я только от нее. Кора! Кора! У меня идея! Говори громко или пой. Ав-ав-ав, маленькая нерпочка любит понырять, полежать у лунки, с друзьями поиграть. Я слышу Пычика. И Кору! К
копаем туда. Она ныряет, плавает, на суше трудно ей. Я уже чую Корру. Еще чуть-чуть. Скорей, спасите нерпочку. Мы уже рядом. А, Кора. Умка. Ой. Нет. Спасибо, что спасли меня, друзья. Прости, Кора, что мы не послушали тебя и Гору. Тогда бы мы все не потерялись в снежной шапке. Умка, эта шапка называется лавина. Если слышишь, что гора ухает, скорее уноси лапы. Тогда я твою лапу тоже унесу. Так-ка. Я маленькая нерпочка, друзья меня спасли. Так Умка понял, что надо слушать и друзей, и природу вокруг. Иначе беда случиться может. Спасибо, дедушка Тайка. Да-да-да, отдай Омар, он порадуется. На, ну, я и сам хотел так сделать. Держи, Омар. Омар, тебе так идет. Чай будем пить? Будем. Сейчас, сейчас, тата. Ой, смотрите. Кто поймает? Оп, я поймаю. Это попрыгунья всегда заодно с солнышком и кочует с ним повсюду. Однажды и Умке она повстречалась. Солнечная мушка. Это правильно. Мое будет. Какая красивая льдинка на палочке. И в ней мой нос. Ой! О, привет, солнечная мушка. О! Я Умка. Ты всегда летаешь за льдинкой. Пойдем, я познакомлю тебя с друзьями. Мушка, лети ко мне! Я Пычик! Я тоже очень яркий! Эй, Мушка, кто первый до ледяной арки? Ильма, Мушка без льдинки не летает. Ничего себе! Она быстрее меня! Что? Кто? Кто меня разбудил? Я во сне такую рыбку поймала! Ну, я кого-то сейчас! Простите, Маха, это солнечная мушка. Она не хотела вас будить. Мы просто играли. И где же она, ваша мушка? А, мелкота? О, ой, ищи!
исчезла! И нам тоже пора! Не так быстро! Эта штуковина моя! Я первая ее у людей утащила! Если вы ее утащили, она не ваша! Надо ее вернуть! Так верните мне! Вот, смотрите, смотрите! Рыба, рыба, рыба летит! Какая жирная! Я птица удачи! Глупое перо! Ну что, попались? Ой, кто это у нас такой прыгучий? Беги, мушка! Маха злая! Прячься скорее! А ну лети ко мне! Ох, прогнали! Я устал! Махе тоже понравилось играть с мушкой. Ой, кто это мыло ел? Дома выброшу. Танька! Я! То есть мы! Мы Маху прогнали! Нам помогла солнечная мушка! Солнечная мушка? Никогда такую не видел. Вот же она! А, понятно! Это просто солнечный лучик! А это зеркальце моей мамы. Спасибо, что нашли. Зеркальце? А зачем оно, Тайка? Чтобы в него смотреться, Ильма. О, а я хорош! Значит, солнышку тоже нравится смотреться в зеркальце. А Маха так и не узнала, откуда взялась солнечная мушка и куда она исчезла. Какая удивительная история! Мушка Маху отвлекла и зверятам помогла. Смотрите, мушка снова здесь. Прилетела на чай с вареньем. Так нечестно, Омран. Я же лучше играю. Честно-честно, Тата-та. Я сама видела. Эх, маленькие рукавички. Вы прямо как Ильма. Она тоже из-за пустяков со своими друзьями поссорилась. А за сопкой ее уже поджидала чья-то хищная дружба. Бежим до той сопки! Кто последний, тот селедка! Ильма! Я принесу тебе удачу! Победил Умка! Так нечестно! Я не селедка! Мне Пычик помешал! Я помогал! Изо всех сил! Ильма, не расстраивайся! В следующий раз будешь первая! Я всегда первая! Вы просто нечестно играете! Вкусная кругляха! Каждый день таскаю, она все тут, под этой палкой. Сама появляется. Вот утащу вашу палку, приносящую кругляшки. Будете знать. Я быстрее всех бегаю, а они мне выиграть не дают. Тоже мне друзья. Ага, вот кто мне пригодится. Эй, деточка, ты правда быстрая и ловкая. Кто посмел тебя обогнать? Умка, этого просто не может быть. Я тебя научу, как всегда, быть первой. Вот это да! Я тоже так хочу! За мной! Попробуй! Обгони! Не получается у меня! Все равно я вторая!
Сильнее работай задними лапами! Получается! Спасибо, Маха! Опять проиграла! Наверное, есть еще секреты! Используй ветер! Лети вместе с ним! Тоже хочу! Пришло время проверить, всему ли ты научилась. Я готова! А как? Кто первый добежит до селения и принесет вон ту палку, тот самый быстрый. Я буду первой! Как я устала! Ты слишком быстрая! Ой, научила я тебя на свою голову! Я первая! Деточка, ты моя лучшая, единственная ученица. Я научила тебя всему. А теперь докажи друзьям, что ты первая. Спасибо, Маха! А ты добрая! Ну, палка, давай мне вкусные кругляшки. Где ты их прячешь? А? Привет! Хотите на перегонки? Не до того пока. У Тайки Хэхэ пропал. А это кто? Это оберег. Мы его печеньем угощаем. А он наше стойбище бережет. Из дерева вырезан. На палку похож. Вот такой. Эх, побегу дальше искать. Мы тоже поищем. С моей удачей быстро найдем. Ой, кажется, это я Хэхэ утащила. Случайно. Я его верну. Маха, верни Хэхэ! Попробуй, отбери! Ура, друзья! Мы победили! Все вместе! Ну, погодите! Я еще вас догоню! Только не сейчас. Загоняла меня эта ученица. Прости, Тайка. Я думала, это просто палка. Так Маха сказала. Спасибо, Ильма, что вернула нашего Хэхэ. И вы, друзья, простите. Зря я на вас обижалась. Вместе мы самые первые. Ой, самые лучшие. И удача с нами! Ну как, морозные щечки? Поняли, что такое хищная дружба? Это когда кто-то только притворяется другом. А у нас настоящая дружба. Омран, научишь нас так же хорошо играть в шашки, как ты? Снеговик с хвостиками. Так не бывает. Да, снеговиков с такими ногами тоже не бывает. Бывает. Не бывает. Бывает, не бывает, бывает, не бывает, бывает, не бывает, бывает, не бывает. А ручища куда такие, Омран? Маленькие рукавички. Общее дело сближать должно, а не ссорить. Этому меня Умка научил. А помог ему Снеговик-зверовик. Я тебя догоню! Догоняй! Я быстрей! Нет, я быстрей! Я побегу, Тайка! Расскажу друзьям про эту новую игру, салки! Уже? А я как раз хотел слепить снеговика.
А что такое снеговик? Это такой друг из снега. Я сейчас покажу. Как быстро он растет. Ой, вот бы и мои друзья его тоже увидели. Думаешь, другие звери захотят со мной дружить, как ты, Умка? Захотят, захотят, Тайке. Подожди, мы скоро. Не хочу, Умка. Люди зверям не друзья. И птицы тоже. Ну почему, Пычик? Ильма, мой человек очень добрый и необыкновенный. Угу, добрый. Человек необыкновенный. Ой. Умка опять говорит про маленького человека? Эти люди такие шумные. А еще у них есть домашние волки, и люди не пускают их гулять. А еще люди воруют перья и на них спят. Мой Тайка так не делает. Не веришь нам? Ну и дружи дальше со своим мальчиком. Тайка, прости, мои друзья. Ой, ты уже слепил снеговика. А где же друзья? Не пришли? Нет, Тайка, они тебя боятся, а на меня обижаются. Не грусти, Умка. Может, лучше тебе играть со зверятами? Не хочу, чтобы вы из-за меня ссорились. Мама, а что такое дружба? Это то, что ты чувствуешь здесь. Дружба теплая. А почему тогда не все хотят дружить? Дружба не всегда приходит сразу, Умка. Иногда достаточно одного взгляда, иногда хорошего дела. Будь терпелив, малыш. Тайка же сделал такого хорошего снеговика. Скорее, я вам кое-что покажу, и вы поймете, что мальчик хороший. Опять ты про мальчика. Не буду я дружить с ним. А, человек! 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 Спасай перья! Мальчик. Да, бедный, он бедный. Расстроится, что его снеговик сломался. Ох, так это не мальчик. Умка! Умка, ты пришел! Ой! Бежим! Ныряем! Мои перья! Мои перья! Тайка, это мои друзья! Кора, Ильма и Пычик. А снеговика они случайно сломали, просто испугались. Ничего, давайте сделаем нового снеговика. А почему люди не пускают своих волков побегать в тундре? Ты про собак? Пускаем. А погулять в тундре я и сам люблю. А зачем люди шумят? Только рыбку пугают. В нашем стойбище так не делают. Тишина – знак уважения к природе. А я хочу знать, зачем спать на перьях? Не знаю. А кто так делает? Не ты? Ого, ты какой-то не такой человек. Он какой-то не такой. Я же говорил, мой Тайка – самый хороший мальчик на свете и необыкновенный. Какой снеговик получился! Красивый! Ага, только он у нас скорее зверовик. Наш новый друг! Так в холодной снежной Арктике зародилась одна большая дружба, от которой мне до сих пор тепло вот здесь.
мои друзья. Опа. Компот готов. Ура, компот! Компот! Ой. Ой, кто сломал нашу башню? Не я, она сама. Маленькие рукавички, духи все видят. Вот друг Умки однажды на обман решился и разгневалась на него сама гром-птица. И увидела, что лисенок обманывает друзей сама гром-птица, и начала греметь с небес. Ту-ду! О, какая большая птица! Почти как я! Точно, Пычек. Ладно, друзья, мне мама обедать ждет. Скоро увидимся. И я проголодался. Пычек, побежали ягоды искать. Сейчас, сейчас, только еще разок на гром птицу погляжу. Вы куда? Вы куда полетели? Это не я! Она сама! Она сама! Она сама, сама! А я ни при чем! Ведь это был я. Это был Ветя. Ну, если друзья узнают. Ты здесь откуда? Умка, Пычек, привет. Вы не видели мою книгу? А что случилось? Я нашел только несколько страничек. Нет, мы ее не видели. Тебе поможем ее найти, Тайка. Смотри, Тайка, вот еще. Я ветром управлять не умею. Я всего лишь птица. А вот еще. Спасибо, Умка. Но где же сама книга? Я думаю, ее унес сильный, сильный ветер. А тут ураган. А разве сегодня был ураган? Был! Был! Как схватил меня! Как закрутил! Как взял! Еле вырвался! Такой сильный, а только книгу унес. Полетели отсюда скорее! Зачем я все время впутываюсь в какие-то неприятности? Я же птица удачи! А это на удачу совершенно не похоже. Гром-птица, не злись на меня. Не размахивай крыльями. Пыч, что ты там про размахивай сказал? Я говорю, может, это Маха книгу взяла? И правда, в этой пещере живет Маха. Не бойся, Пычек, я принесу книгу. Не надо, Умка, Росомаха коварный зверь, не ходи к ней. Нет. Нет, нет. Все, больше не могу. Это я взял книгу и порвал случайно и спрятал. Я просто хотел на гром птицу и... Ничего страшного, Пычек. Я не сержусь. Мы же друзья. Это хорошо, что ты сказал правду.
Круптица очень злилась, что я вас обманывал. Я больше не буду. Что ты, Пычек? Нет никакой Гром-птицы. Это такая легенда. А кто же тогда так гремел? Грозовая туча. Скоро дождь пойдет. Ой, 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 ой. Вот, уже капает. Тогда скорее летим, пока книга не намокла. Теперь ее нельзя читать. Думаю, я смогу ее склеить. Ой, вот и дождь прошел, и туча улетела. Это потому, что у нас все правду говорят. Гром из тучи в наших краях – редкость. А вот обман еще встречается. Я поставил это на верхушку, и башня упала. Простите меня. Ничего, а давайте строить новую башню. Еще выше сделаем. Ура, я выиграл. Сыграем еще, Омрин? Не хочешь? А ты, Нану? И я не хочу, та-та-та. Мы все утро с тобой бодаемся. Потому что это лучшая игра. Только для тебя. Эх, маленькие рукавички. Друзья Умки однажды тоже поспорили, во что играть. Ведь у одного лапы, а у другого ласты. Долго решали, какая она лучшая игра. А я вот так. Оп. Ой. Ильма, Умка, а у меня идея получше. А давайте в находилке под водой играть. Да что там найдешь, Кора? Я сегодня видела рыбу с двумя глазами на одном боку. Интересно, а на другом боку у нее тоже два глаза? Вот и узнаем. Поплыли. Ой, подумаешь. Ух, четырехглазая рыба. Я вас тут подожду. Кидаешь, рыбу пугаешь. Я просто хотела вас позвать с камня на камень прыгать. Кто до земли дотронется, тот четырехглазая рыба. Ух ты, Кора, давай с нами. А я еще игру придумала. Водные обгонялки. Ой. Здорово! Ильма, ты же любишь обгонялки, да? Обгонялки люблю! В воде не люблю! Плывите сами!
тоже хочу попробовать. Опа. Умка, Эльма, а давайте лучше играть в прятки в подводной пещере. Это интереснее. Нет, давайте лучше боком прыгать. А я говорю, подводные прятки. Умка, выбирай. Чья игра лучше? Я не знаю. Мне и с тобой нравится играть, Ильма, и с тобой, Кора. Наверное, я лучше домой пойду, чтобы вы не ссорились. Умка, подожди. Я бы тоже хотела вместе играть, но я прыгать не умею, как ты, Ильма. А я нырять не умею, как вы. Даже не знаю, что там под водой. А там так красиво. Ой, кажется, я придумал. Вот, еще кораллы и ракушки. Все, теперь точно как у меня под водой. Ух ты! Ого! Кора, какая там у тебя красота! Без вас я бы никогда не узнала! Как хорошо, что у нас получилось! Самая лучшая игра! Потому что общая! Так, Умка и его друзья поняли, что всегда можно найти игру, которая всем понравится. Ну ладно. Нану, Умрен, в какую игру вы хотите играть? Спорим, я и в нее выиграю. В салочки. Во, да, догоняй, та-та-та.